блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Если владелец этого имени будет энергичным, то его планы и реализации идей проектов достигнут желаемого результата. Если эта личность будет проявлять пассивный характер, его жизнь станет обреченной. Таким людям просто необходима постоянная подпитка энергией от окружающих людей. Первые признаки его утухания – вялость и утомленное лицо. В этот момент этого человека просто необходимо взбодрить, иначе он так может остаться самим собой на долгое время. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Из этих людей получаются хорошие инженеры и строители. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Носителю этого имени просто необходимо укреплять свое тело в избежании различных проблем и трудностей. Эти люди умеют организовать других людей. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.